Туда переселялись, в эти новые земли, осваивали их крестьяне из Центральной России, переселялись горожане, целыми слободами шли туда мастера, поэтому и называли слободские, слободами заселялись. Получали массу льгот, как западные переселенцы в Соединенных Штатах на Диком Западе получали и землю в пользование бесплатное, налоговое освобождение, и самоуправление. Только подчиняйтесь формально воеводе, а внутри уж там рулите как хотите. И что это за слободские полки, скажете вы мне? Я вам отвечу. Эти осваиваемые земли, часть Курской области, Белгородской области, современная часть Луганской республики, северная часть Донецкой республики, почти вся Сумская и Харьковская область.